Что у нас на обед? Ченч. Yes. You are very dangerous this time. Oh, good job. Okay. Oh, are you okay? Ушатал, короче, педаль одну. Это было просто невероятно. 2 дня просто в каком-то раю велосипедном. Всем доброе утро! Я нахожусь опять в Йонпхёнге. Сегодня второй и последний день катания у меня. Сейчас опять беру полный день. Посмотрим, что из этого выйдет. Природа, кстати, отличается от российской совсем немного. Касаханда. 11 мая. По-моему, там райдеры из Малайзии. Сейчас будет инструктаж. Ну и, видимо, малайзийцы забрали еще 3 байка. Наверное, все-таки издалека они не стали вести байки. Дорого. Чейн. Цепь вроде еще нормально, все заскрепить надо будет, смазать. Что-то мне вчера видео с камеры, с груди, что-то не очень понравились. Тряски много. А крепление на шлем у меня поломано. Так что изолента, я думаю, спасет. Спасет мир. Попробую присобачить сейчас вот сюда наверх. В принципе, держится все отлично. Картинка, наверное, будет более стабильная сегодня. Круто. Сегодня еще жарче. Несмотря на ветер, который будет. Байк тут же самый, его даже не мыли. Если что, цепь потом смажем. Я так понял, байков тут все-таки немного, да, где-то вот раз-два. 3 малайзийца забрали. 5. И вот этот 6-й. Видимо, короче, где-то 7 байков всего. Первый заезд с камеры на шлеме. Посмотрим, как оно будет. Первый заезд. Еще мышцы такие после вчерашнего. Надо, короче, потише. О! Поедем сюда. Да. Прям чувствуется, вот второй день уже скилл получше. Уже как-то, уже знаешь трассу и по-другому едешь. Вот сегодня уже получше что-то получается. Тут разгончик, прыжок. Этот момент тоже мне поворот. Левая нога слабая, левый поворот у меня тоже страдает. Подсохло. Ну да, тут можно и быстрее ехать. Надо прокачивать скилл. Ага, на черный поехал. Ладно, тоже поеду на черный, посмотрю, что здесь. Для ознакомления, так сказать, потихоньку. Пока что вроде ничего такого. Черного не вижу, но интересно. Много камней, корней и прочей радости даунхильщика. Ага. Надо длинноходный байк, чтобы проваливалась двухкороночка, тут сразу хватало. Да-да-да. надо. Тут нужна техника. Не, ну можно потренировать здесь. Фух. И вот выезжаем уже с черной на синюю. Фух. Так, поехать вот здесь. Только сейчас заметил, что у меня на одной педали шипы только с одной стороны. А повнимательнее. А это синяя трасса. Ага. То самое место очковое. И боюсь. Боюсь, что вот в то дерево обнимусь. Малейшая ошибка и в дерево. Или в елку. Моего скилла не хватает на вот этот, момент. Вот здесь по-хорошему надо обмотать это место. Че я делаю? Я сейчас нормально ехал. Соберись, тряпка. Тут некогда пасовать. Ну вот то, что педаль, да, без шипов на одной. Это вот плохо. Ну вон. Здесь шипы есть, а здесь гладко. Я заметил, что у меня нога, думаю, что съезжает. Окей. Change.